готові дізнатися, що таке персоналізована казка разом з Олексієм Олейніком. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Цікаво нам. Реально цікаво. Вона приносили книжечок. Це дуже цікаво. Я ж тут зачиталася. І ми вже більш-менш зрозуміли, що це таке персоналізована казка. Навіть не казка, а книжка персоналізована. Книга. Важливо, мабуть, ще дізнатися нашим глядачам, що це таке. От розкажіть. Ну, идея персонализированной книги, она возникла у нас потому, что у нас трое детей, и не секрет, что современные дети все меньше читать. Времени уделяют книгам, больше времени проводят в гаджетах. Это неплохо, это не хорошо, это нормально. Ну, такая современная наша жизнь. Давайте по-честному, мы с вами едя в транспорте. Абсолютно, мы же никак не відмовимося від новітніх технологій. Вот, но навык чтения, он очень важный для любого человека, для нас с вами, потому что через чтение мы получаем что-то вот сюда, в эту коробочку. И если ребенок умеет, любит читать, то он, соответственно, получает эти знания, он впитывает их, ну, а дальше растет великим. Там, ну, про користь читания, я думаю, не треба говорить, это все разумеют. И мы понимаем, мы на своих трех детях это проверили, мы понимаем, как же его увлечь этим чтением. Да, можно сделать красивую обложку, можно сделать красивые иллюстрации, но у каждого из нас есть свой, ну, грех, не грех. Каждый из нас себя любит в первую очередь больше всего. Поэтому, когда мы берем человека и ставим его главным героем этой книги, его фотографию размещаем в книгу и имя его, то мы мгновенно завладеваем вниманием этого ребенка. Персоналізована книжка – це… Вони ще навіть назву можуть обирати, так? Я так розумію, Ну, названия на самом деле уже есть стандартизированные. Мы специально их подбираем, чтобы они были созвучные, мелодичные, интересные, и чтобы ребенок понимал, что его ждет впереди. Вот як Ярославка подружилась. Оля, давайте тоді порахуємо, що персоналізується? Персоналізується герой. Герой. То есть в каждой книге... И якась его история, так? Да, с життям співвідносно. Вот у вас, например, стишки про лесных животных, про лесовых мешканцев. Вот. Это в стихотворной форме, на каждом развороте ребенок, главный герой, он общается с волком, зайцем, совой, там, ну, неважно, там, с какими-то животными. У меня в руках логопедическая книга, он тут звуки изучает. Тоже на каждом развороте есть его имя, и он вместе с какими-то там животными, с друзьями, вырабатывает вот эту вот язычковую позицию логопедическую. Это нам логопеды специально писали этот текст, там куча моментов, сложностей. Там приголосні, голосні, або там, да, там поєднання, надо, поєднання надо, всього. Да. У вас в руках професії. Для мальчиків, взагалі, от кожен з нас мечтав в дитинстві стати космонавтом, пожарником. І ми цією книгою даємо можливість маленькому мальчику... Там з фотографіями. Да, можна так ось, персоналізується, ми сказали, що сам герой, герой. Книжці. Так. І... Потім, ось я вже бачу по книжці, персоналізується картинка. Так, да, там, да, если, например, девчачья книжка, то это может быть девчачья картинка, если мальчишачья, то мальчишачья. И плюс мы можем фотографию мальчика или девочки прямо внутрь книги поместить. Покажи ось цю фотографию. Ну, ось, наприклад. Ну, если получится. Так, что вы бачите, да, если это видно зараз буде. Да, вот там пожарник. Да, пожарника, по сути, Назар. Да, вот этого мальчика зовут Назар, да, получается? Да, ось він Назар. Вибирає професію. Да, а давайте до самої технології написання книжки. Приходить, от батьки кажуть, хочемо зробити дитині такий подарунок. І що, з чого все це починається? Вони замовляють, яка це буде історія, яка це казка. Чи ви їм пропонуєте варіанти? Ми почнемо немножечко назад. Щоб створити одну книгу, треба всього-навсього там десь полгодика. Это немного времени. Мы садимся... Півроку від часу замовлення. Да, но до коммерческой версии книги. Дальше, когда вы захотите заказать книгу, 4 дня, и книга у вас готова. То есть, я говорю... Это как стандарт шаблон, и потом такие же сами можно изменивать просто имя. Да, ну, условно, да. То есть, вот есть у нас была проблема. Мы все на своих детях тестируем. Ну, на ком же еще? Вот у нас была проблема у среднего выговаривания звуков. И мы подумали, как же так сделать, чтобы он научился их выговаривать. Мы пошли к логопеду, логопед нам подсказала пару стихотворений, потом мы еще нашли другого логопеда, который нам составил стихотворение. Мы придумали стихотворение. Потом мы объявили конкурс на создание иллюстраций, чтобы кто-то нам нарисовал, вот это все проиллюстрировал. Ведь важно, чтобы рисунки, которые тут есть, они еще ребенка немножечко, как это, увлекали. Вот. Потом художник рисует, вот где-то месяца 3-4 занимает процесс рисования этого всего.
Вот. А потом дизайнер садится и с помощью, как он говорит, волшебства и компьютера макетирует книгу, создает все-все-все. И дальше у нас есть специальное программное обеспечение, которое позволяет нам менять имя ребенка, менять фотографии, менять картинки и делать книгу персонализированно под конкретного ребенка. Угу, угу. Ну, я просто дивлюся по цій книжці. Тут всюди одна фотографія Назара, так? Да, може бути кілька, да, да. От мене це цікаво, що, можливо, там в деяких місцях би з якоїсь би емоції там би якби у нас був недавно заказ, от у нас є книга про 1 сентября. Когда ребенок идет в школу, он переживает, что будет в этой школе, кто такие учителя, зачем нужно расписание, вообще... Что там за люди, за дети будут? Что там делать, да. И мы написали книжку, которая так и называется «Ребенок идет в первый класс». Вот. И в этой книжке, это сказка такая, такой гномик маленький подсказывает ребенку, что и как происходит и так далее. И у нас один из наших клиентов настолько увлекся этой идеей, вот если ее там дальше полистать, там есть ребенок выглядывает из-за двери, где-то он сидит на диванчике, она пофотографировала свою девочку вот прямо вот в таких похожих позах и попросила дизайнера, угу. Дизайнер его, ну, вырезал фотографию ребенка и прямо поставлял, и получилась такая фото-фото книга. То есть и ребенок, вот я точно знаю, что эта книга у ребенка точно одна из любимых на полке. І точно ребенок її постійно листає, читає. Ну, ось ми тепер знаємо, що персоналізована книжка більш такий доступний варіант для сучасних, дітей. А, бувають у нас іноді запроси, хтось просить для дорослих, але поки ми от по дітям. Ми... Ну, це цікаво, так з твоїм фото. Дорослі ж теж не всі люблять читати, а так і да. Дорослі навчаються. У нас сьогодні наскрізна тема всієї програми – хобі. Так. Для створення ось таких персоналізованих книг – це для вас хобі? Яке пройшло в роботу? Начиналось как хобби, потому что, повторюсь, наверное, у нас трое мальчиков, и мы, ну, как бы много времени проводим с детьми. Там мы в походы дети ходим, да, там с ними у нас дети хобби, да. И мы думали, как же их вот увлечь, завлечь, что с ними сделать, и мы придумали вот эту тему. А потом она, вот эта угу. Вот идея превратилась даже по в такой маленький робота. Бизнес. А окрім ось, наприклад, цього, у вас є ще хобби, можливо, чим ви займаєтеся? Супруга моя, Алена, она психолог, и она как раз вот занимается с родителями, с детьми. Первые занятия были, конечно же, с детьми, а потом, чем дальше она продолжалась по своей карьерной лестнице, ну, расти, то... Она сейчас смещается в сторону родителей, потому что проблемы не с детьми, как правило. То есть вопросы надо mm-hmm. решать. Все. Я не знаю, що ми більш-менш... Я це бальні танці. Ми все чекаємо. Чекаємо цю людину. Ні, поки танцю. Що не прийшла до нас ця людина. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що да. Поділилися своїм заняттям. Я впевнений, що багато зацікавлених буде людей. Мабуть, ще навіть більше дуже, після сьогоднішнього ефіру дуже. У вас. Тож, дякуємо вам. Олексій Олейнік був в студії «Київського ранку».